Всем привет! Доброе утро! Идем на море смотреть. Сегодня утром такой ветер поднялся, пришлось закрывать все окна, двери. Но вроде бы потом опустился, остыл. Небольшой шторм, я так поняла. Но вроде бы по погоде не передает шторм. Но тут я вижу что-то как-то не очень. И там вот грязи столько нанесло. В общем, на работу иду. Суббота уже, представляете, как быстро неделя не бежит. Обалдеть. Все, завтра уже выходной. А я считаю, нет, два на наши встречи. 1, 2, 3, 4, 5 неделя. Очень странно. Ни одна бабушка меня не ждет. Обычно у меня очередь в субботу с утра. Они тут в 9 в прошлой неделе. На прошлой неделе, помните, как я вам говорила, бабушка одна стояла, ждала. В 9 пришла, в 9. Я открываюсь в 10. А сегодня никого. Они что, отпуск взяли, что ли? Бабушки, ау, вы где? Они не могут не прийти, потому что они каждую неделю, только один раз в неделю голову моют. У меня, у них даже шампуней дома нету. Будем ждать, что-то они запаздывают. Прогул им поставлю. Пришла на обед с работы. Сейчас сделаю себе лимонад. И почищу манго. Вкусняшка такая вообще. И будет мне счастье. Ну и, конечно, разогрею себе. Вчера у меня осталась фасоль. Разогрею. Вот такой у меня будет обед. Пока лимонад сделаем. Какой же субботний день длинный, прям вообще. Дом, потом работа, работа, дом. Ужас. Не люблю субботу. Только за это. Хотя, если подумать, зато потом у нас воскресенье, выходной. Смотрите, как видите, у нас тут улицы одна ниже другой, потому что это гора. Гора или скала, наверное, больше лучше назвать. Хотя жителей здесь остается все меньше и меньше. Все уезжают. Сейчас очень много иностранцев вообще. Паркуются, конечно, с парковкой. Сделала 2 круга, представляете? Перед моим носом 2 припарковались. Так обидно, когда паркуются перед твоим носом, на твоей, можно сказать, этой парковочной, на твоем парковочном месте. И ничего не сделаешь, как не прогонишь и не скажешь, это мое, я увидела первое. Сейчас вообще Чарли буду хвост подрезать, подстригать, если, конечно, народу не будет. А то призаходят такие, а я Чарли стригу. Ой, не могу, смех и грех. Смотрите, как туда вниз пошли улицы. По этой улице вообще машины не ездят. Ну как не ездят? Типа нельзя. Но все равно все ездят. Там вот у нас эта вот церковь. А вот тут ресторан. Песета. Песета. Раньше здесь не было евро. Были песета. Песетас. Денежная валюта такая. Люди все это вспоминают. И как они хорошо жили при песетах. Стоило все намного дешевле, а как зашли в Евросоюз, вот видите бар, все сразу подорожало, когда стало евро, все подорожало, даже калькуляторы были специальные, которые переводили евро в песеты, вернее песеты в евро. Я это время не застала. У меня есть девчонки, которые жили при песетах, и они говорили, что жить намного лучше было, все было намного дешевле. Ну и не было кризиса, естественно. Я приехала, когда кризис начался. И поэтому я без кризиса не знаю. Жизнь в Испании, представляете? Вроде ничего, нормально. Если сейчас нормально, то как же они жили все без кризиса? Вот тут тоже мое место, видите, занято. Все мои места. А это вот у нас такой вот туннель. Как я уже говорила раньше, что вот в этих говорят местные жители, что там... эти, в общем, ну типа кладбище. Святая какая-то.
замурованы. Как их назвать-то? Усопшие. Так прикольно все это строилось. Вот машина едет. Блин. А мама идет. Сейчас Чарли на руки возьму. Бенти, бенти. Вот видите, как проезжает. Ой. Не мог подождать. Два шага мне тут идти. Не мог подождать. Свет в конце туннеля. Не мог подождать, чтобы я вышла. Там, короче, у нас кошка есть. На подоконнике живет. Вот Чарли думает, что она там. Ну и да, Чарли. Видите, у нее тут водичка, еда есть. Там нет. Это вот наш еще один ресторан. Я тоже вам часто утром показывала, по-моему, даже сегодня. Нет, сегодня, по-моему, не показала. Так, никого там нет. Никто меня не ждет. Кстати, бабушки-то мои потом объявились все. Представляете? Одна думала, что придет та первая, другая думала, что та первая. И потом пришли попозже, зато опять все вместе. Видите, опять мне все тут обоссали. Мой, не мой, не вымывай. Собаки метят. Иди, я тебя отстихну. Иди сюда. Нюхает все, обнюхивает. Нюхает, обнюхивает. Давай тебе подстрижем хвостик. Да. Ой. Левантаты. Ай. Подожди. Скажи, мам, что ты собралась делать? Аси. Ой, какой хвостик красивый. Давай людям покажем, какой хвостик красивый. Да и подожди, ты встань. Ну, Чарли, не дотрога, а? Вон таки. А, си. А. Не ноль песа. В принципе, я уже подровняла ему. О, вот так. Чтоб свисал. Все-таки мы же парикмахеры. У нас должен быть хвостик ровненький и красивый. А то люди скажут, что это? О, какая красота. Ну-ка, баха. Ой, какой хвост красивый. Ну-ка, пойдем посмотрим туда. Ой, какой красивый хвост. Ой, какой красивый хвост. Ну ты посмотри, прелесть. Вот какой красивый хвост. Да. Ой, а у него вот тут еще этот есть. Вот смотрите. Сейчас тоже отстригу. И вот как его стричь, допустим, я не представляю, как его смогли бы стричь где-то в парикмахерской. Амира!
Не знаю, получилось или нет немножко заснять. И раз уж она пришла тогда. В общем, эта женщина, она, как бы сказать, у них вся семья такая, знаете, как больные, что ли. Не то, что больные, но, в общем, что-то не хватает, скажем так. И вот у них вся семья такая. У нее еще брат есть, тоже у него какое-то отклонение есть. Ей вот 42 года, и эта женщина, она такая добрая, всегда здоровается, кстати, увидит там. Привет, как дела? Вот такой вот у нее голос, ее всю деревню, их вся деревня знает. Вот, такие безобидные. И вот они ко мне ходят, утром мать была, сейчас она пришла. И вот, как говорится, под камеру попала. Надеюсь, она YouTube не смотрит. Да, ты теперь у меня красивый, с хвостом подстриженным. И камера у меня садится. Только любовь моя, иди поцелуемся. Давай поцелуемся на камеру. Иди поцелуемся. Иди поцелуемся на камеру. Давай, давай. Мы. Да, да. Ай, вот тронуть нельзя сразу. Такая радость. Кампу взяла вкусную дыньку желтую. Хотела купить. Вкусный авокадо, что-то уже нету такого вкусного. Сейчас она выберет, потом я буду выбирать. Не люблю, когда выбирают кто-то, и я стою за следом. Пока пойду посмотрю. Виноград. Виноград как-то я не очень. Бананчиков взять, может. Бананы. Бананы, мама. Канарские бананы. Возьмем канарских бананов. Она все еще стоит. Пойду ее попрошу. Вот этот вроде ничего. Вот этот возьмите. Опять евро дорогущий, зараза. Так, 244. Мужики какие вонючие сейчас, страсть, фу, все потные, персики какие-нибудь, шмерсики, нектарины, ой, что какие-то белые, интересные персики, попробовать взять, может быть, 2,29, они какие-то, как, знаете, гладкие, вроде как и не нектарин, а вроде бы как и персик. Смешные или обычные взять. Ой, там что-то обокрылся, абрикосы. Пойти туда посмотреть, что там. Тут что? А тут уже все нарезанное, смотрите. Это для особо ленивых. Вот обычные персики по евро 55. Они были евро 60. Ого, какая скидка хорошая. Были 3,69, а сейчас евро 55. Ну-ка, понюхаем. Пахнет вкусно. Взять немножко, наверное, возьму. Смотрите, я не знаю, продается ли у вас такое, но здесь продается вот, кстати, очень вкусно. Это свиная шкурка, сильно-сильно зажаренная в свином жире. Это правда вкусно. Видите, оно есть подешевле. Видите, там прям с салом зажаренное. Это как чипсы хрустящие такие. Вот, смотрите, видите, прям с мясом, как шкварки такие вкусняцкие. Но они такие калорийные, ого-го. Смотрите, на 100 грамм 594 килокалории. Ой, банан соленый. Это как? Банан юка. Ой, блин, я такого не видела, смотрите. Офигеть. Это что-то новое. Может попробовать, как вы думаете? Банан юка. Это, наверное, как чипсы, да? Ух ты! Юка с платаном сала. Я всегда представляю, для меня банан это как десерт. Сладкий должен быть. А тут он соленый. Офигеть. Сколько интересно. Даже с витаминами. Вам не хухры-мухры. Так, а сколько здесь килокалорий? Ну, наверное, много. Они, наверное, жареные же, или как это вообще все выглядит?
что-то не это, не написано. И юка. Я юку вообще никогда не ела. А что, где написано-то? А вот 149 килокалорий, смотрите. Здесь 149, а здесь 140 на 100 грамм. Ну, а здесь 71 грамм всего. Может взять попробовать, а? В общем, напишите, вы пробовали такой вот соленый этот банан? Если пробовали, то стоит ли мне его попробовать? А вот смотрите, даже пикантный. Я никогда не пробовала. Если напишите, что попробовать, то куплю и попробую. Вообще такое дело очень редко сейчас захожу. Просто хотела вам показать. Вот смотрите, целыми ведрами продают эти шкварки. А я семечки взяла. Семечки и вот это вот. Вот эти орешки взяла. И вот такие семечки белые какие-то. Семечки обожаю. Вот чего-чего, от семечек не могу отказаться. Так, иду за гигиеной. Я уже порезала себе дыню. Она оправдала мои ожидания. Очень вкусная. И пахнет дыней. Странно, правда? Дыня пахнет дыней. Ну да. Так что пойду лопать. У меня теперь фруктиков много. Манго. У меня единственный, надо в среду еще съездить за манго, потому что в Алькампо она стоит 3 с чем-то. И не такое, как это. Разницу видите? 2 и 3 с чем-то. А в манго там шкурка, косточка большая. Короче, отходов тоже дофига. Буду с вами прощаться до завтра. Уже так поздно, я забыла попрощаться. Да? Да, моя лапа. Всем пока-пока, до завтра.